Свердловск, 7 ноября. Как праздник мира и труда встретили уральцы 62-ю годовщину Великого Октября. Прославленные рабочие коллективы, открывшие демонстрацию свердловчан, пришли к славной революционной дате с новыми достижениями в коммунистическом строительстве. Уралмашевцы рапортуют. Основной формой труда в цехах предприятия стала прогрессивная бригадная форма. Повсеместно на Урале празднование 62-й годовщины Великого Октября стало ярким свидетельством торжества идеалов революции, нерушимого единства партии и народа. Уральцы продемонстрировали непреклонную волю своим трудом приумножить могущество страны Советов, крепить мир во всем мире.